В конкурс допускаются девушки от 17 до 24 лет, а рост претендентов должен быть не меньше 172. Трухинова Ксения, Тюмень, номер 50. Мечтает всю жизнь оставаться молодой и красивой и любит своего рыжего кота. Сухинова Ксения, Тюмень, номер 50. Она хотела быть чемпионкой. Сухинова Ксения, Тюмень, номер 50. Спасибо большое. Следующий номер 50. Если бы вы могли попасть в прошлое, быть может, вы что-то изменили бы в своей жизни. Вы знаете, 50, я бы ничего не изменила, и меня все устраивает. 83, 60, 91 – это ее параметры, и рост 178 сантиметров. Ксении 20 лет. Тоже очень красивый цвет платья. Вообще, мисс Россия 2007 стала Сухинова Ксения. Девушка страны, мисс Россия, стала сегодня Ксения Сухинова из Тюмени. Кто номер 50, да. Да, что именно на ее счастливые головы сейчас возложат эту великолепную корону. 300... На которую ушло 300 граммов да. белого золота и 1574 бриллианта. Но это еще не все. Генеральный партнер конкурса «Банк Русский Стандарт» подарит студентке 4 курса факультета технической и кибернетики Тюменского нефтегазового университета главный приз от банка – 100 тысяч долларов. Остается надеяться только, что курс будет неизменным. И всем нам этого хочется пожелать. Ну что ж, мы поздравляем. Красота действительно спасет мир. Комментировали сегодняшнее событие Андрей Малахов и Алла Довлатова. И я, конечно, очень хочу получить поцелуй от Ксении Сухиновой. Я думаю, не ты один единственный. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Хорошего вам настроения, здоровья, удачи, счастья и улыбок, таких же красивых, как и у наших победителей. Мечты сбываются! The World Top Model Fast Track was held at the historic Walter Sisulu Square in Soweto, thanks to the generous support of the Department of Arts and Culture. The contestants wore African fashion garments specially designed for them by top South African designers and crafters. The fashion sparkled under the lights of the catwalk. The judges had a tough time choosing their top 10 models. The honors went to third place India, second place Angola, and our top model title went to a very happy Miss Russia, who now appears in the Miss World semi-final. Congratulations to Russia on reaching our semi-finals. Round of applause, ladies and gentlemen. The Miss World Beach Beauty. The Fast Track Beach Beauty event was held at Umshlanga in the Southern Sun Beverly Hills Hotel with the magnificent Indian Ocean as its backdrop.
three of South Africa's top designers under the umbrella of African Fashion International dressed our 25 semi-finalists in African beach fashion. The judges' task was not easy, but they couldn't have a more beautiful setting to make their decision. Miss World Zilin Zhang presented the awards. Third place, Russia. Second place, South Africa. And Miss World Beach Beauty 2008. Fast track to the Miss World semi-final was Mexico. Russia. Ma'am, good evening. Tell us very, very shortly why you think that you should walk away with this crown tonight. Sana banani, South Africa. Скажите нам, пожалуйста, вкратце, почему именно вы заслуживаете уйти сегодня с этой короной? Вы знаете, мне кажется, я могу помогать людям и хочу помогать людям. Если сегодня я стану обладательницей этой короны, то мне будет шанс, что я смогу это сделать. I think I can help people and I want to help people. And if today I walk away with this crown, I will have a chance to do that. Thank you so much. До свидания. There you go. A local favorite now. Trinidad and Tobago. India. 2008 is Russia. Miss Russia is the new Miss World 2008. Congratulations, Russia! Give her a big wave! Yeah! Woo! Ксения Сухинова! И хочу пожелать мисс России 2009
стойкости, веры в себя, веры в свои силы и не отступать от задуманного. И мисс Вселенная 2008 Даяна Мендоса. Итак, второй вице-мисс России 2009. Билова Ксения Кохма. Первая вице-мисс России 2009 становится... Степанковская Светлана. Победительницу объявляет мисс Вселенная 2008 Даяна Мендоса. Рудьева София. Санкт-Петербург. Рудьева София, Санкт-Петербург.